Всем привет, дамы и господа. Сегодня у нас душняк стоит, вообще жесть, короче. Вчера погода была намного лучше. Решил я разобрать старую будку. Посмотрите, сколько дров. Ползимы топится, ё-моё, вы представляете? Вообще же, и все это гнилое, короче, все это дрова. Ну, эту буточку поставил. Сейчас я выпили сюда дощечку. Это для маленьких собак. Ну, ну сегодня нет, может вечером займусь. Посмотрим, надо сделать. Ну еще две хочу сделать такие, короче, смежные две будки. Собаки все маленькие, больших собак нет. Так что, я думаю, хватит. Подушки есть, постелить есть что. Вот, ну и мусор. Сейчас я кирпичи разгружу. И мусор этот повывожу отсюда. В общем, вот так вот начинается день. Вообще дышать нечем. Сегодня надо было ехать косить. Я не поехал, потому что я встал в 5 утра, солнце уже палило. Поэтому не поехал. Я вообще сдох бы там, если честно. Ну, еще есть у меня один момент. Вот осталось у меня от бочки вот этот кусок. Я хочу сделать из него, чтобы, короче, ну, туда вставлять этот, как он называется-то, ё-моё, котелок этот, короче, казанок. Ну, вот, вырежу сколько надо, соединю ее на ножке, дно прикручу, ну, приварю тоже. Вот, отверстие просверлю по кругу и замочу для казанка. Мангал есть, мангал для шашлыков на нем, ну, неудобно. В казанке на нем готовить, потому что на сетку ставить, там вот это мучиться, короче. А на этом хорошо просто, ну, сделаю отверстие такое, типа дверки, и подтапливать. Я просто видел, мы у друзей недавно были на дне рождения, я у них, ну, уже не первый раз видел, все, у меня руки не доходят и не доходят до этого. Но я не говорю, что я сегодня буду этим заниматься, ну, хочу вот, короче, в планах вот у меня такая штука вот сделать. Что-нибудь такое. Вот, ну я думаю, что будет круто. В общем, вот так. Пойду я обмоюсь, потому что вообще жесть. Будку разобрал весь грязнючий, как поросенок. Ну все, дрова есть. Поперепилить их все. Камин жечь, полный камин. Вот этот. Мангал. Всякого дерьма. Вот. Ну и здесь хоть порядочек навел, хоть почище стало маленько. В общем, вот такие дела. Ладно, двигаемся дальше. Что буду снимать, буду показывать. Короче, я решил тут мусор пожечь помаленьку. Короче. Вот. Ну и что-то подумал. Что просто так жечь мангал, когда можно шашлыков сделать. Предложил своей красавице, говорит, давай сделаем шашлыков. Пообедаем. Шашлычков вкусных. Со свинины, с ребрышек. Вот. Сейчас она приготовит там все эти дела. Помаринуется маленько. Ну, а я пока тут хожу по двору, собираю все щепки. Все, что можно, короче. И жгу потихоньку. Вот так вот. Невозможно. Пацаны там работают хорошо. У них там орешники большие закрывают. Они там в тенечке, блин. Тут же на жаре, блин, вообще жесть какая-то. Вот по деревам хорошо. В общем, как-то вот так вот. Будем делать шашлык. Ну вот, ребятки, вот так вот у нас тут все это дело происходит. Сейчас буду выкладывать. Тут раза на два, на три, наверное, точно получится. Печка там топится. Движуха идет. Доску, чтобы на доску это все дело поставить, вот так аккуратненько, чтобы было фикс. И погнали мутить шашлычок. Смотрите, какая красотища, а? Просто супер. Ай-яй-яй-яй-яй, смотрите. Вообще супер. Просто супер, мне вот так.
ребрышки. Кто не любит ребрышки, да? Ребрышки же все любят. Мясо. Мясло. Жирное. Вообще огонь. Какая красотища, да? Все, погнали на кострище. Солнце сегодня вообще огонь просто. Вот так вот. Сейчас все это дело будет двигаться у нас. Пойду я что-нибудь принесу, чем раздувать. Ну вот, ребят, что получается тут у нас. Смотрите, красотища какая. А? Ребрышки будут суперованные. Смотрите. Ай-яй-яй. У меня слюнки текут. Я голодный, есть хочу. Уже обед. Ты голодаешь постоянно. Я постоянно голодаю, да. Мне же надо вот поддерживать. Да что ты обманываешь, блин? Ладно, ждем, короче, шашлыки. Ну вот. Первая партия готова. Еще маленько. Погрею его. Сразу дров закинул. Еще вообще нормально. Я попробовал чуть-чуть, нормально получилось. Полетел. Куда полетел? Где ты, подлез? Той стороной где-то. А, вон он прошел. Летает, бомбят. Ладно, снимаем. Я думаю, нормально будет. Сейчас попробуем. О, смотрите, какая красота. Просто супер. Пошли, мастер, пошли. Жирный. Огонь. Так, ладно. Потом поснимаю. Ну вот, смотрите, какая красотища. Вообще супер. Горячий, блин. Сейчас я кусочек себе отрежу. Вообще, прям супер. Не сухой, ничего. Все, последнюю партию выложил. Весь лук, короче. Что там был, все. Сюда. Это долго будет. Жарится тут. Все, пускай жарится. Короче, суперованный шашлык у нас сегодня вообще прям. Прям круто вот так получился. Вообще-то прям, слышишь, прям огонь. Да? Да. Да, кусочек. Ладно, смотрите дальше. Ну что, дамы и господа. Вот такая кастрюлька получилась у нас тут. Шашлыков. Будем кушать. А что по бабкам? Так как я голодный. Мы без аванса не работаем. У меня без меня нет. Ну и не только, то что я голодный, а вообще будем кушать. Так, хлеба сейчас я еще порежу. Ну вот, и пообедали, но время уже 5 часов. Вот такой вот у нас обед сегодня был. Сходил перед тем, как присесть покушать в душ. Короче, бесполезно. Опять мокрый весь. Жесть какая-то. Уже не пойду, потому что налил воды. Нагреется только завтра. Вот. В общем, в принципе, ребят, вот такой вот день. Беспонтовый. Ну так, что-то делал тут, вокруг дома порядки какие-то наводил. У тебя там сегодня клетку сделал. Мелкие. Ну, короче, обшил клетку более мелкой сеткой. Все, запустил и больших, и мелких. В одну клетку, короче. И вот, вот так. Все, на этом все. Видео заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайкосик обязательно. Пишите комментарий. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Ну все, всем пока.